Итак, закончил работу над косметичкой. Это у нас женская косметичка. Помним, да, что у нас скоро Международный женский день. И лучший подарок – это подарок, сделан своими собственными руками. Данную работу вы можете повторить. Данную косметичку можете повторить по ссылкам на выкройки, которые я оставлю под видео. Многие мастера-кожевники не доверяют выкройкам готовым и привыкли пользоваться своими, потому что они точно знают, что каждое отверстие там соответствует, что все элементы на своих местах, ничего не топорчится, не боится, и выкройка их не подведет в процессе сборки. Чтобы убедиться в качестве моих работ, я предлагаю выкройку на мужской кошелек бесплатно. Как выглядит готовый мужской кошелек? Вот так. Это у меня рабочая модель. Я пробовал и экспериментировал с нитками. Здесь прошито белыми, здесь коричневыми, да? Значит, модель из себя представляет мужской кошелек с отделом под купюры, достаточно вместительным, функциональным, да? С отделом под мелочь и 5 карт, которые сюда легко помещаются. С этой стороны 3 и с этой стороны 2. Вот такую выкройку в свободном доступе вы найдете под этим видео. Процесс создания выкройки достаточно трудный. По крайней мере, это у меня. Он занимает у меня очень много времени. И порой, чтобы создать хорошее готовое изделие, приходится отшить не одну модель, чтобы проверить, все ли отверстия на своих местах, ничего ли не топорщится, не борится, нравится ли тебе конечный вид изделия. Так вот, эта косметичка женская, это не последний вариант или не крайний вариант, на котором я бы хотел остановиться. Придется переработать ее еще раз и сделать так называемую косметичку для девочки-девочки. Что это значит? Она будет в розовом цвете. И я маленько поработаю над внешним дизайном, чтобы она приобрела тот конечный вид, который бы меня полностью устраивал.